Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Сегодня я представляю вашему вниманию игрушечку Army Croc. Army Croc — это духовная, идейная наследница игры Небывальщина, либо Neverhood. Вышла на свет через 20 лет после игры Neverhood, конкретно 30 сентября 2015 года. Старички Дуглас Теннейпл, композитор Терри Скотт, а также создатель такого интересного персонажа, как Червяк Джим. Я думаю, вы о нем когда-либо хоть краешком уха наслышали. Майкл Дитс. Майк Дитс. Собрались, назвали себя компанией Pencil Test Studios и создали игру, так похожую на Neverhood. К сожалению, как вы понимаете, права на Neverhood принадлежали студии Electronic Arts, и были проблемы с договориться с ними, поэтому игру решили называть не Neverhood 2, а назвали, собственно, Army Croc, и сделали персонажа хоть и очень похожего, но немножко другого. Такого же, но другого. Играть мы будем за некого храброго астронавта Томми Нафта, производное от слова Тони и, как вы понимаете, астронавт, космонавт, а также за его друга, птичку Клюв Клюва. В отличие от Глинки, Томми Нафт у нас умеет разговаривать, и в игре будет больше диалогов, чем в оригинальном Neverhood. История сама здесь подается очень своеобразно. Но не будем откладывать, игра вроде бы не сильно долгая, не сильно длинная. Поехали! Жители планеты Икса скоро все умрут, если на планете Сперо питоний не найдут. Три брата нас смогли спасти, вогнав нам на Томми нам. Погибли двое, Том в пути, но он еще сопляк. Он сверно с хутником Клюв-Клювом летит на Сперо-5. Найдут ли цель свои друзья? И смогут ли спастись? «Беда!» — воскликнул Том. «Беда! Летим мы камнем вниз!» Ну ладно, ладно, хватит, Клюв-Клюв. Я просто рад, что мы все еще живы. Да, я тоже. Давай, поглядим-ка на корпус. Да уж, дела плохи. Я не думаю, что страховка покроет ремонт. Капсула под списание. Клюв-Клюв, погляди. Че тебе напоминает этот малый? Яичница? Дай-ка мне руку, дай мне руку. Клювик. Клюв-клюв, ты мне не поможешь? Камина. Отлично, мой маленький кровавый друг. Да брось, ничего особенного. По-моему, выглядит весьма неплохо. Давай-ка зайдем. Погоди, погоди, мы же не знаем, что внутри. Там могут быть карпатские мозгососы, а то и
Speaky. Клюви, а что это за место? Непонятно. Так, ну, собственно, друзья, и начинается игра. Вообще, очень серьезно напоминает небывальщину, да, Neverhood. Также вот эти вот моменты с монстрами и так далее, все очень родное и узнаваемое. А также мы с вами немножко поняли из ролика, как работает, собственно, инвентарь главного героя. То есть он просто в пузо будет помещать все остальное. В принципе, это делал и Глинка, но у Глинки открывалась дверца, а тут он как бы будет просто вкладывать себя. Также мы знаем, что Клюв-Клюв, он как бы и пес одновременно с этим, и птица, потому что мы видели, что он может летать. В общем, довольно универсальный дружбан. Так, насколько мне известно, здесь не так много вот этих зацикленных интерактивок, да, как, например, письма из небывальщины, которые можно было долго листать и получать приколы. Но, тем не менее, в игре есть такой элемент, он, правда, к сожалению, всего один. Это вот окошко. Можно в него посматривать и посмотреть, что же происходит на улице. Давайте этим уже и займемся. То есть местный монстрилла гоняет все, что движется по улице. Прям естественный отбор, какая-то пищевая цепочка. Так, ну чё, вроде бы ушел, да? Нет, не ушел. А, по всей видимости, из-за того, что по улице бродит огромный монстр, мы с вами не сможем выйти наружу. Я что-то подобрал. Инвентаря здесь как такового нет. Если что-то куда-то применяется, то оно применяется автоматически. Я даже не уверен, можно ли посмотреть, что в тебе находится, что ты подбирал. Это вот не очень удобно. То есть надо примерно запоминать, что ты подбираешь из разряда там рычагов и так далее. Ну ладно, пойдем изучать это место. По сути своей мы с вами путешествуем по планете Спиру 5. Как вы поняли, Томми Нафт у нас направился на планету, чтобы добыть питоний, так называемый. Это элемент, который нужен его расе, чтобы выжить. И мы попадаем в крепость под названием Арми Крок. Ну, давайте уже двинемся. Погляди-ка на эту штуку. На какую? А, я знал, что ты придешь. Ты прибыл издалека, но твой истинный путь начнется, когда пройдешь сквозь незримый выход. Окей. Так, разные толщины квадраты. Возможно, это для чего-то надо. Куча символов пока не совсем понятно. Ладно. А вот это, похоже, важно. Слушай, а там было... место для рычага, да? Но у нас рычага нет. Ну да и ладно. Не очень-то и хотелось. Ага.
Знакомый элемент с фосфорицирующими записями, это также было в небывальщине. Я это сейчас быстренько зарисую. Возможно, где-то понадобится. Возможно, нужно количество вот этих зубцов, если что, зубцов 5. Но да ладно. А, можем мы сюда таранить. А я могу в эти дырки как-то? Нет. Нет, ничего такого. В игре можно переключаться между нашими героями. Я могу управлять, собственно, Томинавтом, могу управлять Клюв-Клювом. Если у нас есть такая необходимость. Но, как вы понимаете, эта норка исключительно для Клюв-Клюва. Клюв-Клюв, он слепой. То есть Клюв-Клювы, они не имеют глаз. Поэтому он видит вот в таком вот спектре. То ли это какой-то сонар, насколько я понял. То ли это какое-то запаховое зрение, ну что-то такое вот необычное. И основное предназначение Клюв-Клюва — это забираться по каким-то разным местам. Кстати, какое-то еще обозначение. Всего типа 3, а здесь какая-то башка. Башка так башка. Хорошо. А, вот такой вот персонаж. Но, как вы понимаете, из-за того, что у него лапки, мы с вами не сможем дергать им за всякого рода рычаги. Хорошо, мы нашли рычаг. Надо отнести его обратно в Томинавту, чтобы он им воспользовался, потому что у него все-таки руки. Пахнет шашлычком. Я не совсем представляю, что это за место и как это вообще работает. Ага, вот, вот это место, где нам понадобится код. Но пока у нас получается есть только один символ, это вот эта башка. Да, ясно, иначе мы не пройдем. Приветствую тебя, друг. Я Муравран Линкольн. Два, три, один. Два, три, один. Насколько мне известно из, собственно, Википедии, здесь будет несколько таких муравьев. И вообще разработчики здесь игрались с словами. То есть это будут муравьи-президенты или пародии на муравьев-президентов. По-английски президент — это президент, да? То есть, ну...
Я думаю, вы понимаете, мой английский очень хорош, но сам факт, что в слове президент есть такая часть, которая называет, ну, как звучит как ант или муравей. То есть это президанты или президента муравьи, если можно так выразиться. Довольно узнаваемые президенты будут, собственно, как вы понимаете, вот это Авраам Линкольн. Два, три, один. Не знаю, где это нам понадобится, но посмотрим. Что-то тут произошло, явно что-то плохое. Да, что-то тут пробило. Ну, пока я не вижу чего-то, с чем можно было бы взаимодействовать. Вот это на дверь похоже. В общем, вот такое вот очень абстрактное, странное место. И оказывается, мы все это время на каком-то непонятном осьминоге поднимались. Что у нас тут? Ручка. И, собственно, тележка, походу, не рабочая. Хорошо, ручку я примерно представляю, куда. Ручка нам нужна пониже. Такое чувство, что мы вращаем направление для тележки. Здесь есть вход. Вообще, друзья, у меня возникает такое вот пристранное ощущение, что игру не совсем лепили из пластилина. По-моему, чего-то не хватает. Есть такое ощущение, что все-таки модельки персонажей делали на компьютере, потому что, ну, как-то вот они слишком прилизаны. Но вообще заверяют, что полностью лепленная и снятая анимация. Но, не знаю, не уверен. Есть слишком такая вот прилизанность, скажем так, пластилина. Слишком хорошо сделано, прям... Почему-то не ощущается, что его как будто вот мастер лепил. Ну, хотя, может быть, сейчас технологии позволяют. Так, что? Есть еще одна рожа. Это центральное изображение. Ага. Так, и зачем я сюда пришел? Не совсем понятно. Осьминожка. А, Денивен, Орасейкен Расседецу, Несива Сагрда, Инмотабоко Ситинира, Э Орина Габрхом Ортензи Эцминар, Сейдера, Саэд Алейсон Маг. Это не переводится. Гарт Мак Нимат. Сей Алти Ноб Спиросник, Эднадецу Аруо Рала Эд, Дарарадне, Латраф Армикраг. Дарека Роберда мак анну асад рап синигам, не ук тун лав, э дути баксе. Не амекрак сортен дантер сид ну сифи каба див, ругас эд асе мангро, диен рагов се галицор, э ортадзе грилле не гидни аспиросник. Геула ну шеф, нис диен разива. Амекрак дарража джол, э ката рап ну зорэф, рей раг. Нейг, сартнем диен ратна фон масрей даб. Darina etem intensi fas alvala ni da bilin ne anukum. E acher edale se asan feed. Erdap e erdam. Sifikap moxole sadase. Daribas etse asi adrak ni ne.
Он нам что-то дает. Не знаю, что это, но разберемся. Короче, если в двух словах, друзья, то стоял, ну это по картинкам понятно, стояла крепость Армикрок, в ней жил усатый вот этот Оби-Ван Кеноби и со своей тянкой, и в общем у них все было хорошо, пока какой-то с буквой В черт, очень сильно похожий на Windows глюкового, не пришел и не начал все рушить. Он убил, значит, Оби-Вана. И теперь Оби-Ван здесь все охраняет в виде духа. Вот такая вот завязка. Но это без текста, это по картинкам. Хотя там летали какие-то символы, я вот не уверен. Может быть, они нам для чего-то и будут нужны. Ладно, мы что-то добыли. Итак, друзья, ну я очень сильно извиняюсь, у меня почему-то пропали звуки от игры, пришлось начать с нуля, быстренько добежать, но, как вы понимаете, появились новые символы. Ну, такой вот косяк мой, ладно, хорошо, недалеко ушли. Итак, друзья, выбираемся, я не понимаю, что мы получили от осьминога, какую-то черепашку, по звуку пластиковую, учитывая, как она упала. Ну, сейчас разберемся, что это такое. Вообще, немножко мерзотный способ доставки предметов, но раз уж тут все сделано из, скажем так, из глины, из пластилина, почему бы и нет? Это явно отсюда. Теперь, наверное, это надо запустить. А, окей. По всей видимости, теперь у нас будет ездить тележка. Ну и отлично, пойдем. В общем, пока могу сказать по первым ощущениям, что квест очень... Как бы это бредово ни звучало, очень просто и логичен. То есть я не вижу... Прям уж каких-то серьезных затруднений, с которыми мы могли столкнуться. Как это теперь? Может, собакой? Да не, бред. Как сесть-то? Эй, ну алло. Игра. Я что-то не включил? Я что-то не нажал? Допустим, это цепочка движения. А как ее крутить? Она не крутится. Непонятно. Так, я что-то пропустил, друзья, по всей видимости. Единственное, что у нас есть из разнообразия, это дырки внизу у Оби-Вана и крутилка. Может, там есть еще какие-то комнаты? Что-то загорелось. По символу словно вот та вот верхняя... Спираль. Ну, пойдем посмотрим. Может так?
Нет, по-прежнему ничего не активно. Пошли дальше крутить. Действительно, есть еще комната. И есть какая-то позиция, при которой что-то светится. Ага. Оно живое. Эй! Это еще что? Это же ребенок. Ты хоть представляешь, какие чудовища сбегутся на такой рев? Так, к слову. Томми, не трогай ты эту штуку. Кто знает, где она побывала? Ладно. Okay. Ну ладно. There you go. Вот так. Дядь Томми Навта тебе позаботится. Пока мы не поймем, куда и как тебя вернуть. Он о себе-то позаботиться особо не может. А, ибо ребенка будем в пузе таскать. Ну, прикольно, чё. Так, это, видимо, еще один рычаг. Или какая-то колотушка. Это типа детская, да, получается? Ну и что мне это дало? Мы нашли ребенка, которого теперь таскаем в пузе. Еще есть рычаг. И где мне рычаг поставить, я не помню. Че, давай еще повращаем, не знаю. Может, там еще какая-нибудь комната есть. Чего? Так. Ага. Так же, как и там. Ну давай, крыса, крыси, это к этой. Этого сюда, этого туда. Понял. А, ясно, понял. Это неправильно. Или правильно? Сейчас разберемся. Засветилась первая крыса. Или что? Что, наоборот, что ли? Ну давай. Тогда это вот так. Пока не веду, как это работает. А, по всей видимости, как звучит мелодия или чё? От крысы почему-то осталось. Типа, которые на месте, они должны остаться? Ну, допустим.
Вот этот. Вот этот. По мелодии, походу. Вот этот, по-моему. Нет. Вот эта крыска. А он все-таки вот так. Короче, как-то вот так, походу. Все, ждем, пока дойдет, и проверим. По мелодии подбирается. Или нет. Ладно, сейчас, короче, отвалится то, что неправильно, и разберемся. Я, по-моему, нифига не понял, как это работает. А может, и понял. Но мы попали осьминога, это уже хорошо. Давай так, вот, первое. Не-не-не. Не-не-не, вот этот вот. По-моему, вот эта вот крыска. Вот этот осьминог. Я эту цепочку пока не пойму никак. Вообще, в чем логика? Просто чтобы мелодия складывалась. Короче, желтые, они, вот эти меховые, они как бы мелодию заканчивают, получается. Сейчас поймем. Да, они как бы заканчивают мелодию. Начинается она вот этим и вот так, типа, да? Как бы две части. Часть закончилась часть.
и по кругу. Там, та-да-там, там-там-там-там. Да-да-да, вот так вот. Кажется, все правильно. Well, that was interesting. Вот это было интересно. А, короче, получается, если мы вот этого шкета веселим, он нам выдает какой-то кристалл. Ну, я не против. Только зачем он нам? О, да, вот это круто. Да, это круто. Это прям вот Neverhood, Neverhood. Это космонавт, типа, да? Отлично. То есть вся эта поездка из-за космонавта? Ну, ладно, я не против. Ну что ж, друзья, теперь мы можем открыть дверь внизу, но, как вы понимаете, там сейчас будут немножко не те символы, потому что игру пришлось начинать с самого начала. И смотрите, мы можем проехать дальше. Ну как дальше? Сюда мы можем проехать. Но у нас с вами не получится проехать, потому что надо еще вот это вот решать. А как это, где это классик, я пока не нашел. Поэтому мы выбираемся из тележки и пойдем в комнату. Как отсюда выбраться? Ну, как-то выбрались. Я пока не могу сказать, насколько эта игра похожа по духу на Neverhood. Здесь события развиваются немножко интенсивнее, несколько пободрее. Но что-то в этом есть, что-то в этом есть. Так, а у нас другие символы. Нам нужен мужик с копьем. Вот этот астронавт. Вот, мужик с копьем, астронавт и какая-то вот цветочек или что-то. Что-то на вроде того. Сейчас найдем. На три назад, на одно вперед, типа, да? Ну а даже если я найду позицию, как мне ее... Подожди, а может быть... знаешь как? Может... Нет, а я на собаку не могу переключиться? Чтобы собака бегала, а этот, допустим, за рычаг дергал. Но, видимо, нет.
Или надо с разгону по кнопке шарахнуть? Тогда разгоняемся. Один. 1-3-3-1. Угу. Просто тупо комбинацию надо набрать. Я вас понял. Это фиксирует круги, и в итоге, короче, это все встанет так, как нам надо, да? Хорошо, ясно. Берем разгончик. Необычный способ нажимания на кнопки, если честно. И очень странно, но, по-моему, это не складывается во что-то правильное. Ну, впрочем, может быть, не все направления нужны. Рычаг это, скорее всего, какой-то сброс просто-напросто. Да, нам, у нас получилось одно нужное направление, и, скорее всего, больше тут не надо. Не знаю, очень легко как-то. Блин. Остановись. Дверь, остановись, дверь. Ладно, поехали. Да, там мы, друзья, проезжаем далее. Чего с тобой не так? Ладно, посмотрим пока что внизу. Ага, внизу мы не проедем, потому что это объезд по кругу, чтобы открыть низ, я понял. Хорошо. Ну алло, машинка, давай, аккуратненько. Видимо, вниз поедем уже как-то потом. Пока мы куда-то прибыли на какую-то другую станцию, друзья. Что ж, никто не против. А там есть изображение этого деда-бородеда на двери. Ну и разберемся. Надо его внизу собрать, походу убрать вот эти все ненужные, да? Вот эти ненужные убрать, а деда-бородеда собрать. Я понял, а как? Я могу только одну брать фигурку или как? Или сколько? Или несколько сразу? Походу только одну. Угу. Надо какое-то место освободить, как склад ненужных компонент. Потом собирать остальное. Мне такого места-то и не будет. Слушай, проблема. Ну, я, допустим, возьму отовсюду по чуть-чуть. Сейчас забьем. Начнем собирать деда пока в каком-то другом месте. А сюда будем скидывать хлам. Ненужный. Теперь деда сюда. С
освобождаем место для лама. В принципе, несложная задача. Старший грузчик, парень работящий. Главное все уложить. Блин. Не так все просто. Ладно, не проблема. Главное навести немножко хаоса. Нет, давай пока сюда. Это туда. Это пока сюда. Это уже туда. Опять не так. Опять надо делать творческий беспорядок. Но в принципе не сложно. Ладно, друзья, мы переехали в какое-то другое место. Давайте на этом моменте мы остановимся. Вот такая вот игрушечка Army Croc. Я пока не совсем понимаю. Похожа она на Neverhood, не похожа она на Neverhood, лучше она или хуже. Но в Neverhood была какая-то своя такая изюминка в виде вилли-тромбона, нелогичной логики, какого-то такого странного своеобразного юмора. Здесь я его пока не понял. Я вижу, у нас только есть сварливая собачка. Есть довольно неглупый персонаж, в отличие от Вилка, в отличие от Глинки. Вот. Поэтому сказать, что это прям Neverhood, я пока не могу. Но давайте поиграем еще подольше, потом сделаем какие-то умозаключения. Но на этом пока все. Большое вам спасибо за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, оставляйте ваши оценочки. И до новых серий. Всем пока.